Какая классная игрушка! А мне так хотелось бы ее открыть. А купальники запрещают показывать. Что же делать? Меня осенило. Нашла игрушку для ванны. Это подсолнух. Ну вот. И что, мы теперь будем купаться в одежде? Ну, открыть-то хочется. Ужас! Ужас, что придумала эта девочка. Ну, что делать, Ютуб? Вот на такие жертвы мы идем, потому что ты запретил нам какие-то вещи. А что у тебя на руке, кстати, покажи. Татушка. Ничего себе, какая крутая. Стань мистером Исключительным. Ничего себе, прикольно. Ну что, давай открывать этот цветок. Я вообще этот. Что там у тебя? Прилипли штаны? Да. Ну ты ж сама придумала такое. Да. Ну давай, открываем подсолнух и пробуем, что это за душик-то такой интересный для деток придумали. И поиграемся ним. Ужас! И пену себе налила. Да. И ванну набрала. Вот это ты и даешь. И обязательно поиграем с этим. Ну что, Алис, держи свой цветочек заслуженный. Да. Мокрая ты моя. И прилетать ли его? Я понятия не имею, что с ним делать. Я давай, знаю, тут прилетать. Давай разбираться сначала. Тут же как-то вода должна поступать туда. Да. Надо, наверное, куда-то налить. Ну вот я тоже думаю, надо сначала куда-то налить, а потом прилепить. Друзья, это очень классно. Обязательно попробуйте сделать, если у вас есть такой канал. Если у вас есть вообще... Друзья, если у вас тоже есть свой канал, то тогда обязательно сделайте то же самое. Это очень прикольно. Алиса, ну ты и советчик. В общем, установили мы этот подсолнух и опустили вот эту штучку в воду. По идее, она должна набирать воду, и теперь вот отсюда должно что-то выходить. Так, надо это... Эй, товарищ! А я чего не запускаю? Алиса! Алиса! Ты что делаешь? Я думаю, откуда вода течет? Это с Алисиной ноги. Так, подожди, стой. Давай разбираться. Вот надо, это надо тут. Подключаться. А надо сюда. Подключаться. И подсолнух. Подсолнух, работай. А что ты? Зажать надо? А я что делаю? Я нажимаю. А может, зажать надо? По идее, вода вот отсюда циркулирует и проходит. Она вообще проходит. И выходит. Она вообще проходит. Что-то у нас ничего не выходит. Я вообще думала, что по-человечески будут вот так набрать через него. Ну-ка, вот нажимай кнопочку. Давай. Давай, работай. Мы ради тебя на такие жертвы пошли. Одежду постирали. А да ты... я на такие жертвы а пошла. А ты не работаешь. Что такое? Бесполезный агрегат. Тоже мне игрушка для ванны. Алиса. А я так хотела ее открыть. Мне так было интересно, как это будет происходить. Слушай, ну ты открыла. Вот тебе, смотри, как это все шикарно происходит. Ты в одежде, в ванной. Игрушка не работает. Все путем. A big fail. Алиса. Он на меня плюнул. Я сейчас вот
рот закрыла вот так. И такая, я взяла этот, со всей мощи вот так, блин, сделала. И он нажался со всей мощи. Он в меня плюет периодически. Да он на меня. Да он в меня плюет. Мам, давай ты по-человечески будешь это ругать, а я буду нажимать. Я вообще думала, все будет наоборот. Я тоже думала. Так, цветочек, ну-ка. Не смотри туда! Не смотри! Помогай! Произошло, но я мокрая. Это как сейчас было? Это как я сейчас сделаю? Он плюется, Алиса. Я поняла, в чем смысл. Ты поняла? Хватит! Алиса, хватит! Всем пока! Было такое, у нас прикольно сегодня был челлендж. Челлендж — это видео. Мега супер пупер смешно. Ну что, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте обязательно лайки, чтобы мы еще придумывали какие-то сумасшедшие видосики для вас. Мы вас очень любим. Пока! И ушла под воду. Нет, не под... Что это у тебя за трубочка торчит? Это микрофон? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла!